Привет, наши любимые хочу-знайки! Не обязательно быть крутым фотографом для того, чтобы сделать снимок, который мгновенно облетит интернет и наберет популярность. Достаточно оказаться в нужное время и в нужном месте и достать камеру в тот самый момент. Предлагаем взглянуть вам на такие фото, сделанные в нужное время и в нужный момент. Ну а если вы впервые на нашем канале, то советуем вам подписаться на него, чтобы одним из первых смотреть наши новые видео. Да, поймал его! Фотобомба с птицей. Скользкая лужа. У кого-то был плохой день. Удод кормит своих детей. Дельфин перед тем, как упасть в воду. Точно по центру. Прыжок в воду. Отличное фото для фотографа и не очень для девушки в белой майке. Мухаммад Али против Джорджа Псова. Вертолет против муравья. Неспешное ныряние в воду. Бегущая лошадь. Пилот самолета катапультируется на небольшой высоте. Он выжил, получив лишь небольшие переломы. Мой сын акробат. А, нет. Велосипедист под дождем. Бац! Прекрасное групповое фото. Собака, поймавшая чикен-наггет. Чернила в воде похожи на рыцаря на лошади. Хитрая атака. Визит моего друга на ферму прошел на удивление хорошо. Выстрел из ружья. Белоголовый сип и шакал. Когда шляпа папы начинает улетать. Это не фотошоп? Инспектор, проверяющий, пристегнулись ли пассажиры. Отличное фото и отличные рефлексы. Собака Зила. Сегодня в зоомагазине я стал избранным. Парящая команда. Самое красивое свадебное платье. Пытаясь поймать самолет. За секунду до прыжка. Пес, поймавший мяч. Ее родители всего лишь хотели сделать классное фото. На соревновании официантов она проиграла. Нет, только не мороженое. Тот момент, когда я потерял очки и надежду.
пчела решила собрать пыльцу на цветке, пришитом к платью моей дочери. Когда жалеешь, что решила прокатиться на горках? На этом все. Пока-пока и увидимся в новом видео.